аниматроник Пони был замечен и ранен. Вы только посмотрите, банда, похоже, его серьезно ранили. Ему явно очень плохо, он реально свалился с ног. Чё творим, бро, меня зовут Саргионис. И, бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь, блин, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе ж не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть смысленной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Эй, Суприм Банда, вы просто не поверите, что сегодня мне удалось узнать. Армия и засекреченные службы узнали местонахождение аниматроника Бонни. И теперь они хотят его ликвидировать, то есть убить. И не снять это на свой дрон я просто не мог. Именно поэтому сегодня я приехал на место, где его заметили последний раз. Также, банда, я купил рацию, которая перехватывает все сигналы вокруг. С помощью этой рации мы сможем услышать, о чем же говорит армия секретными службами. И с помощью нее мы будем слышать все, что происходит около нас. И, возможно, мы даже заснимем убийство Бонни. Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк. Давайте на это видео наберем 30 тысяч лайков. И тогда, банда, на свой дрон я сниму реального аниматроника Фокси. Так что, бандит, скорее ставь лайк. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все. Жди уже со всем скорым методом именно тебе. Так что поди давай, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем наш дрон. Погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. И где-то здесь находится аниматроник Бонни. Последний раз, когда мы прослушивали рацию, там сказали, что он где-то в этой местности. И пока мы летели к этим зданиям, мы увидели еще несколько локаций, на которых он может жить, которые мы вернемся чуть позже. А пока что давайте исследуем этот завод, или что это? Это похоже на кирпичный завод, потому что я вижу кирпичи. И мне кажется, банда, что он все еще работает, потому что там идет дым. Только посмотрите, как его много. Здесь точно работают обычные люди. В таком случае, скорее всего, Бонни знает, что его ищет армия и другие спецслужбы. И он понимает, что ему нету смысла прятаться в таких местах, где есть люди. Потому что он страшный, на вид он может напугать людей. Они могут позвонить полиции и сдать его сразу же. И тогда эта армия, спецслужбы его быстро поймают. А Бонни, как я знаю, не глупый, он может прятаться где угодно, но точно не там, где люди. Но все же, банда, давайте исследуем все это место, чтобы точно быть уверенным в том, что здесь нигде нету аниматроника Бонни. А еще, банда, мы уже летаем более 10 минут. И за все это время мы не увидели ни одного солдата армии, и Бонни также мы не видели. Возможно, солдаты армии прячутся где-то в этих кустах, типа скрываются, чтобы Бонни их не заметил. В таком случае, банда, нам будет очень тяжело их рассмотреть. А вот Бонни, банда, может прятаться где угодно. Он даже может засесть в каком-то подвале, который мы никогда не залетим. В таком случае, мы никогда его не снимем. Я думаю, что нам все-таки нужно следить за самой армией, чтобы прийти к Бонни. Потому что цель армии — захватить и уничтожить Бонни. Если мы будем следить за ними, то мы сможем прийти к Бонни вместе с ними. И специально для этого видео, банда, мы купили супер маленький дрон. Он практически бесшумный, его вообще не слышно. Этот дрон создан для того, чтобы секретно за кем-то следить. И мы специально его купили для этого видео. Только вдумайтесь, только это жестко. Но я пока что ничего не вижу. Это уже вторая локация. Больше похоже на какую-то тракторную бригаду, потому что я вижу трактора. Но все же давайте ее также исследуем. Возможно, в этой башне прячется Бонни. С этой башни хороший вид. Он сможет видеть все, что происходит вокруг. Но я пока что там ничего не вижу. Рация! Нужно быстрее перехватить сигнал! Всем отрядам! Аниматроник Бонни был замечен и ранен. Что? Как это понимать вообще, банда? Как они вообще нашли Бонни так быстро? Мы уже облетали целых две локации, все еще его не видели. Я не понимаю, где эти солдаты и где сам Бонни? Они реально его ранили, но как? Бонни же аниматроник, он робот, как его вообще можно ранить? О, посмотри, там кто-то идет. Это какой-то сторож, и он видит наш дрон. Что? Наш дрон маленький. Он, скорее всего, думает, что это какая-то непонятная птичка. Но все же, банда, обратите внимание, здесь сторож, живой человек, он с собакой. Не думаю, что Бонни будет прятаться где-то здесь, потому что для него это очень опасно. Но все же, давайте исследуем. Только посмотри, что это. Какие-то гаражи, я вижу трактора. Не думаю, что Бонни где-то здесь, потому что иначе этот охранник бы спустил свою собаку на Бонни. И Бонни бы, наверное, пострадал. Или же собака пострадала. Но, как мы видим, она все еще жива, то есть Бонни здесь нету. Нужно лететь куда-то дальше, искать его. Я не понимаю, где
где он вообще? Где эти солдаты? В конце сказали, что Бонни побежал на юг. Но я не совсем ориентируюсь в дроне. Где это? Посмотри, вон еще одно здание, третье, которое мы видели. Это здание уже больше похоже на заброшенное. Возможно, именно там и живет Бонни. Давай его тоже исследуем. Опять рация. Нужно быстрее узнать, о чем они говорят. Всем разделиться по одному в поисках Бонни. Зачем им разделяться? Бонни же может убить их каждого в одиночку. Это очень опасно. Бонни довольно сильный аниматроник. В одиночку он просто их сожрет. Хотя они говорили, что Бонни уже ранен. Возможно, он ранен прям серьезно. Что даже один какой-то солдат сможет его уничтожить. Тем не менее, банда вот Настя подлетела к еще одному зданию. Это здание уже больше похоже на заброшенное. Где, в принципе, может поселиться Бонни аниматроник. Давайте его исследуем тоже тщательно. Позаглядываем в окна, возможно, мы в окнах что-то увидим. Хотя пока что ничего не видно. Солнце слишком хорошо светит, там очень темно. Черт возьми, банда, я пока что ничего не вижу. Вроде бы там нету Бонни. Хотя, скорее всего, если Бонни реально ранен, то он бы прятался где-то здесь. Но я пока что его не вижу. Там вообще как будто пусто, ничего нету. Это очень странно, банда. Итак, банда, что здесь? Я вижу только какую-то надпись справа. Осторожно, тут крысы. Что это вообще за надпись, банда? Очень странно. Это здание практически полностью заброшено. Оно уже в аварийном состоянии. Если Бонни реально живет где-то здесь, то его может просто привалить. Хотя, банда, мы пока что еще его не видели. Но я уже не знаю, где искать этого Бонни аниматроника. Его просто нигде нету. Мы облетали целых 3 локации, все еще его не нашли. И посмотри, там кто-то идет, ты видишь? Да, вижу. Неужели это солдат, банда? Хотя нет, он полностью фиолетовый. Это Бонни! Только посмотри на его походку, он идет как робот! И на его голове 2 огромных уха, это точно Бонни! Так он жив, почему говорили, что он ранен? Он просто упал, банда! Неужели он умер? Такая жесть, мне просто не верится своим глазам! Мы сняли смерть аниматроника Бонни! Он реально умер на наших глазах! Или же, возможно, он просто потерял сознание! Но он даже не шевелится, вы видите это? Неужели аниматроника так просто убить? А он жив, посмотрите! Он просто упал, что это было, перезагрузка какая-то! Тем не менее, он продолжает идти! Старайся как-то аккуратно его снимать, чтобы он не заметил наш дрон! Потому что в его голове есть какие-то датчики, которые позволяют ему все видеть вокруг. Он может его увидеть и просто уничтожить. Да, хорошо. А еще, банда, он реально живет где-то здесь. Я был прав. В одном из этих зданий он же идет куда-то сюда. Но вы только посмотрите, реальный Бонни аниматроник. Мой дрон все-таки реально его снимают. Вы видите это? Я все еще не могу в это все поверить. Он поворачивает к этому зданию, ты видишь? Да. Это такая жесть, он живет здесь. Я был прав. Неужели он собирается прятаться в этом здании? Я думаю, это плохая идея, потому что это здание очень открытое. Любой один военный, который будет приходить мимо, сразу же его увидит. Хотя, возможно, в этом здании есть подвал, который он собирается залезть. Вы только посмотрите, банда, похоже, его серьезно ранили. Ему явно очень плохо, он реально свалился с ног. О, черт, неужели он умирает? Он пытается починить что-то внутри себя. Я видел, у него на животе была какая-то рана, и сейчас немного видно. И, похоже, он собирается ее починить. Но мне почему-то банда, кажется, что это конец. Скорее всего, Бонни убьют. Против него создали целую спецоперацию по уничтожению. Привлекли спецслужбы, которые уничтожают всех подряд. Я думаю, банда, что, скорее всего, Бонни просто умрет. Он реально уже никакой лежит. Скорее всего, он погибнет. И посмотрите, там идет солдат. Вы видите это? Реально один. Похоже, из того самого отряда Альфа, о котором нам говорили. И, скорее всего, банда, что этот солдат убьет Бонни. И вы только посмотрите, банда, это солдат вооружен. У него в руках настоящий автомат. Он же может запросто расстрелять Бонни, и все, он погибнет. Хотя, банда, я не хочу, чтобы Бонни погибал. Как я знаю, он не настолько опасный аниматроник, как, к примеру, Фредди. И посмотрите, он исчез. Куда делся Бонни? Солдат просто проходит рядом с этим зданием. Он даже не собирается туда заходить. Неужели план Бонни сработал? А нет, банда, он заворачивает. О, черт, неужели он сейчас увидит Бонни просто его уничтожит. Хотя мы не знаем, где на самом деле Бонни. Он может быть даже где-то в подвале, мы его просто не увидим. Ты можешь попытаться залететь внутрь быстрее него. Наш дрон маленький, он его даже не заметит. Да, сейчас. Итак, банда, этот солдат просто стоит и высматривает Бонни. Он пытается увидеть его и снаружи. Тем не менее, вот Настя аккуратно залетает внутрь. Черт возьми, аккуратнее, здесь кусты. Ой, и вот поворачивает, этот солдат начинает заходить внутрь. Ты видишь это? Да.
Это такая жесть! Неужели он сейчас заметит Бонни, просто его расстреляет? Он заглядывает в первую комнату, там его нету! Неужели Бонни спрятался где-то в подвале? Потому что в этой комнате слева я его не видел! И он заходит туда! О, черт, банда, это реальный солдат отряда Альфа! Как я слышал, эти солдаты очень кровожадные! Им все равно, кто перед ним, они всех убивают! И он просто выходит, он не заметил Бонни! И вот и он просто на него набросится, вы видели это? Быстрее, облетай, мы не должны ничего пропустить! Вы только посмотрите, вот Бонни! Это такая жесть, он завалил солдата! Он просто выбил оружие! О, черт, он кричит прямо сюда, слышно! А солдат просто его отбил ногой по голове! Это такая жесть! У солдата пистолет, посмотри! Он просто в него выстрелил! Бонни упал без сознания, вы видели это? Солдат, у него стрела из пистолета! Это такая жесть! Он заряжает автомат! И ты только посмотри на это! Он его расстрелил со своего автомата! Это такая жесть, банда! И он просто уходит! О, черт, он реально заводил Бонни на наших глазах, вы видели это? Мне прям не по себе от всего того, что я только что увидел! Солдат отряда Альфа, самого опасного отряда, заводил Бонни Матроника на наших глазах! Я реально это снял на наш дрон! И вы только посмотрите, он убегает! Еще и упал! Он, похоже, сам в шоке от того, что он сделал! Он реально завалил этого монстра! И он так просто его оставил! Тем не менее, банда, мне кажется, что мы можем пойти и забрать труп Бонни! Чтобы потом его разрезать и посмотреть, что у него внутри! Мы реально можем это сделать, он просто так его оставил! Рация! Они сообщают, что они уже уничтожили Бонни! То есть они даже не собираются его забрать! Мы сможем его забрать себе, чтобы разрезать его, когда будем в Киеве! Это реально будет очень интересно, банда! Что ж, давай уже быстрее собираться! Да, давай! Тем не менее, банда, вот комменты с прошлого видео просто! Вглядите, какие шикарные, идеальные комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь, что тебе нужно, это опуститься ниже! Нажать лайк, колокольчик и все притужено видео! Лайк, колокол, коммент, это видео, бандит! И, бро, помни одно, оставайся тебе шикарным! Пока!